Гратес наездницы. Это такое специальное развлечение для богатых господ, для военных. Когда девушка просто красиво танцует на лошади. Технически все очень сложно, и самая огромная для меня сложность – это совместить технику и характер. Умничка, носочки натянуты, а корпус почему планит? До этого момента, когда я увидела лошадь в цирке, я на ней не то что не стояла, я на ней сидела-то всего два раза. Иди, шагай, 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 заминка, кумач, заминка. Самое ужасное – это стоять, конечно, на нем, потому что тут нужно всегда ловить малейший баланс. Он меня столько раз скидывал на манеж. Очень, знаете ли, прикольно лететь на манеж, а вот так вот в миллиметре от лица копыта такое. Жанр рискованный, жанр ничем не подстрахованный. После нескольких падений она мне сказала одну вещь. Я буду репетировать до такой степени, чтобы лонжу с меня сняли. Я не чувствую себя в безопасности, несмотря на то, что Яна рядом. Я знаю, что она меня не спасет, если я вдруг упаду. Людям со стороны кажется, что там ничего нет особенного. Просто люди танцуют на коне. Подумаешь, я сейчас встану, любой дурак может. О! На арене бесстрашная наездница Яна Чурикова. Женщины, переодетые джигитами, предвещают появление наездников. И вот появляется Яна Чурикова на коне. На боевом коне, кумаче. Кумач, да, зовут этого коня. Должен сказать, что Яна, она первая пришла на этот проект. И, в общем-то, у нее был выбор. Она могла выбрать для себя что-то полегче, попроще. Более простое. Да, но вот она выбрала именно вот этот. Этот жанр называется гротеск-наездница. Гротеск-наездница, да, да? Да. Потому что я видел много номеров, где лошадь двигалась раза в четыре быстрее. Нет, дело не в том, как движется лошадь. А в чем? А в том, что исполняет человек на лошади. А. Потому что, когда в номерах джигитов лошадь идет в галоп, и в основном там все трюки исполняются на седле, вокруг седла, ага, различные обрывы. Да. А здесь, и вот сейчас вот вы увидите, Яна стоит на лошади. Это, в общем, это довольно сложно. Ну, если вы просто хотите попробовать, я даже не предлагаю вам залезть на лошадь. Да, спасибо огромное, просто, да, вы хотя бы спуститесь в метро и попробуйте постоять, не держась за поручни, в момент, когда поезд трогается, останавливается и движется. А, да. Я думаю, что, кстати, мы всем это можем предложить, друзья. Давайте спустимся в метро и попробуем не держаться за поручни. Ну, Яна берет традиционный красный флаг для этого номера. Красный флаг в нашей стране в течение долгих лет символизировал радость и смелость. Яна молодец, она очень упорная, она приходит на все репетиции. Могу сказать одно, что номер она довела до конца и отработала все трюки, то, что планировала, то, что репетировалось, великолепно. Ну, спасибо тебе, Яна. Что было самое сложное, и мне показалось, или чуть-чуть раньше ты спрыгнула с кумача? Так ли это? Или это все прошло так, как было задумано? А пускай это останется на совести моей кумача. Я так думаю. Это загадка теперь. Теперь это загадка. Ну, посмотрим, разгадали ли эту загадку члены нашего жюри. Я знаю, как работать с лошадьми. В кино мне неоднократно приходилось скакать и в корсете делать всевозможные трюки на лошади. Лошадь – это очень умное, хитрое животное со своим характером. Поэтому заставить ее слушаться довольно сложно. Яна с этим справилась. Молодец. Поэтому 9 баллов. 34 балла набирает Яна Чурикова вместе с Яной Шариковой за этот номер. Спасибо огромное. Малыш, ну ты вообще флагом. Чего ты так передергала все это? Потому что надо было плечо, и надо было просто стоять. А ты начала мотать, и его начала дергать. Ноги у тебя ушли, и все. Но все равно умничка. Было круто. Умничка. Адреналина как? Нормально тебе? Я думала, что будут меньше оценки. Ну, извини, это сложный жанр. Спасибо, ребят. Спасибо. Да что ты, господи.